Всем привет! С вами снова Инесса. Рада приветствовать вас на своем канале. Вот, снимала для вас видео по поводу стереотипов. И у меня там был один из стереотипов – немецкий ордунг на улицах, на дорогах. Вот я с вами поговорила, вкратце затронула тему, привела вам пример, какие бывают у нас порядки. Вышла вот на балкон сегодня, у нас тут немножко погода плохая, серо, дождик моросит, вот сейчас прекратился на минутку. Прямо не удержалась, думаю, надо сделать мини-дополнение, прямо живой пример, картина маслом называется, по поводу порядка на дорогах, вообще на улицах. Не хочется ничего плохого говорить, и немцы тут, скорее всего, сами по себе ни при чем. Просто так получается, что в результате получается как есть. Сейчас вот я вам покажу, вот у меня тут балкон, это соседние дома. Мы тут аккуратненько проходим. И вот, пожалуйста, картина маслом. Как раз с торца балкона я смотрю вот на этот участок, про который я вам рассказывала, который ничем не застроен, ничего. Здесь вот немножко кустики, деревья, но поскольку еще сегодня только 1 марта, ранняя весна, листики еще не распустились. Поэтому все очень хорошо просматривается. Травки как таковой нету. Хорошей, такой буйной. Вот, пожалуйста, вам порядок. Ну вот как вам, что вам по этому поводу сказать? Решайте сами, насколько тут порядок. Там дальше, слава богу, более-менее на поле на этом. Но вот возле кустов, возможно, конечно, как говорит мой муж, это ветром надуло. За кусты оно все зацепилось, осталось, но откуда оно надует ветром, если оно нигде просто так не валяется, во-первых. Во-вторых, если надуло, ну кто-то же это должен убрать. Что первое, что второе, мне вообще не ясно, непонятно. Вот я смотрю, и мне прямо, аж я не знаю, ну прямо злость какая-то берет, ну как так? Ну, ребят, ну 21 век, Германия, Европа, ну что это такое? Ну прям, ну некрасиво, ну очень некрасиво. Вот даже не знаю, вот хоть ты выйди и, понимаете, и собери это. По чувству так и будет, потому что иначе, ну, никак. Так-то остальное все более-менее нормально. Вот у нас тут магазин, там фура приехала с товаром. Домики. Вот эти домики аккуратные, там возле домиков, конечно, тоже аккуратненько все. Вот здесь у нас тоже участок выкупили, его обгородили. Ну, слава богу, там более или менее... Такой мелкий мусорок лежит. Ну, не так страшно, как вот здесь, где не огорожено. Ну, ребят, наверное, все-таки не удержусь. И моя психика не выдержит. Ну, потому что в окно подойдешь посмотреть, ну, это кошмар. Ну, правда. Ни на балкон не выйти, ни в окно посмотреть. Ну, это вообще некрасиво. Придется, чувствую, пойти это убрать. Если вдруг решусь сегодня или завтра, в какой день, я вам обязательно сниму отчет до и после, так сказать. Поэтому по поводу ордунга на дорогах, порядков, решайте сами. Есть ли он и насколько. Следует заметить, что в районе мы живем в неплохом. Район более-менее хороший, люди более-менее приличные живут. Но по поводу порядка, конечно, тема здесь мертвая. Никто не интересуется. Итак, прошло пару дней, погода немножко наладилась. Солнышко выглянуло, но ветрено. Я спустилась к нам на участок, со мной видно, какой там кошмар творится. У меня пакеты, перчатки в пакете. Сейчас будем делать красоту. Ветер еще немножко бушует, но уже не так, как вчера, позавчера. У нас был вообще штормовой ветер, было ужасно ветрено. Смысла никакого не было тут убирать. Поэтому сейчас пойду немножечко поработаю и как закончу, покажу, что получилось. Ну что, ребятки, минут 40 мне понадобилось ценою рук, которые расцарапаны в кустах ежевики, что оказалось самым страшным. 4 пары перчаток, куртка. Ну, куртка, надеюсь, стирается, будет нормально. И очень-очень много куч собачьих, в которые я обязательно вступила раз несколько. Ну, ничего страшного, буду дома отмываться. Это то, что я сегодня нарыбачила. 2 пакета и коробка картонная. В этом году все не так уж и плохо. В прошлом году было 3 таких синих мешка. И вот как можно посмотреть, ну, получше.
перейду с дома, еще покажу с балкона, как это выглядит. Поэтому мы за чистый город. Субботник, во вторник вперед. Повторяем за мной. Я объявляю флешмоб. Все вышли и убрали придомную, придомовую, как правило, территорию. Я пойду выбрасывать это в контейнеры. Еще покажу вам сверху, как это выглядит все. Потрудилась, труд облагораживает. Поэтому теперь, да, можно сказать, что у немцев немецкий орден. После того, как белорусы навели порядок, у немцев стало чисто. Так что вот, пойду отдыхать, мыться, выбрасывать мусор. Вот так теперь выглядит у меня с балкона вид. Ну, если сравнить с тем, что было до того, как, то, конечно, получше в разы. Все-таки оно того стоило. Вот теперь чисто. Теперь я могу спокойно выходить на балкон и отдыхать со спокойной душой, так сказать. Вот, чистота. На этом наш субботник завершился. Я дома, иду отдыхать, мыться, переодеваться. Всем хорошего дня. Это было в тему немецкого ортунга. Смотрите, ставьте лайки. Надеюсь, вы заразитесь моим примером и также пойдете немножко набирать, наводить порядок, где грязь, чтобы природа не страдала от нас, потому что столько пластика, это, конечно, плохо. Поэтому заходите ко мне на канал, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, комментируйте, высказывайте ваше мнение, ставьте лайки, как уже повторилось, и до скорых встреч! С вами была Инесса. Пока-пока!